Тимка, Нолик, вы где? Мы опаздываем. Тим, поторопись! Я сейчас! Мы готовы. Давайте сюда, лезьте. Знаете ли вы, как нужно вести себя в лифте? Начнем с того, что маленькие дети не должны ездить в лифте одни. Только со взрослыми и только с теми, кого они знают. Первым в кабину лифта заходит взрослый, а потом ребенок. Посади людей в лифт в правильном порядке. А выходить надо наоборот. Вначале ребенок, а потом взрослый. Высади людей из лифта в правильном порядке. Если вы собираетесь ехать в лифте с собакой, убедитесь, что ее хвост или поводок не высовывается за дверь. Выбери для собаки безопасное место в лифте. И последнее. Если лифт по какой-то причине внезапно остановился, не пытайтесь выбраться из него самостоятельно. Нажмите на кнопку вызова диспетчера и ждите, когда вам помогут люди. Или фиксики. Кто сможет починить сломанный лифт? В больших домах, чтобы подниматься на верхние этажи. Когда человек входит в лифт и нажимает на кнопку, включается электромотор. Он тянет трос, на котором висит кабина лифта, и лифт едет на нужный этаж. На другой конец троса, перекинутого через колесо, обычно цепляют тяжелый груз, противовес. Он уравновешивает лифт и помогает электромотору делать его работу. Открой предметы под знаком вопроса. Электромотор. Трос. Колесо. Кабина лифта. Груз. Противовес. Перетаскивай предметы на подходящие места. Нажимай на кнопки панели управления. Перебраться на другую сторону.
застрявший болт. Запрыгнуть на трапецию. Канате.